За 5 лет фестиваль стал привычным карельским праздником и традиционно радует горожан и гостей республики атмосферы средневековья. Для бойцов это место борьбы, соперничества, побед и поражений. Так, петрозаводчанка, действующая чемпионка мира в историческом средневековом бое и в современном мечевом, Алина Лаппа, рассказала, как важно быть максимально сконцентрированной на ресталище. Считается попадание во все части тела, кроме стопы, паха и основания черепа сзади. Каждое попадание дает себе 1 очко. То есть бой 1,5 минуты. Сколько очков ты набил, столько очков ты набил, ты классный. Какой формат боев сейчас вот здесь происходит? Сейчас здесь происходят женские бои в номинации «Щит-меч». Это бои с большим треугольным геральдическим щитом. Соперники откуда собрались? Соперники из Казахстана и Москвы. В этом году число участников возросло. Появились оригинальные декорации и костюмы, новые номинации в боях. Территория фестиваля стала больше по сравнению с прошлым годом, а программа праздника богаче. Это лагерь конструкторов, это различные развлечения средневековые, это концерт групп, которые приходят обычно в конце дня, они завершают, скажем так, вот. И на протяжении почти всего полностью фестиваля, всех обоих дней фестиваля, у нас наши традиционные бои красочные, как на стали, так и на мягком спортивном доспехе. Организаторы признаются, в этот раз в программе больше развлечений и мастер-классов для родителей и детей. Работали площадки, лучный тир, седлание деревянного коня буцефала, кузница и многие другие. Уже мы из лука постреляли, и на лошадях поскакали, и поболели за наших, поорали. Так что, что мы еще тут сделали? В кузницу мы сходили. А, мы еще в гладиаторских боях поучаствовали. Малым понравилась кузница. Ну и бои, естественно, орали как резаные. Евгения Слепухина, Александр Борисов, Сампа ТВ 360.